Здравствуйте! У нас сегодня суббота, мы наконец-то собрались, ну практически собрались, едем в Камышеватку, сегодня в Башкитае, ну 25-го было, но сегодня, в общем, суббота, все приедут в гости, Башкитае 81 год. Мы собрались практически. Мы, получается, на один день только, ну, с одной ночью, вернее, сегодня день и завтра, то я беру совсем немного вещей по одному комплекту для всех, зарядку. А? Ты военные тапки берешь? Сейчас я пакет для тапок возьму. Сейчас осталось еще сложить обувь в пакет. Нашу уже положила, галошики, потому что мы-то все-таки в Камышеватку едем. Сейчас еще детские найду. А мы уже полчаса выезжаем со станицы. Сначала заехали за цветами в Башкитае, купили, потому что в Ейске цены на цветы просто. Я помню, мы тогда отдали 900 рублей за какие-то хризантемки. Ну, то есть букет был просто хризантемы, обвязанные внизу вот этой вот ленточкой. И все. То есть, как бы, не знаю, для меня чересчур. Это поэтому купили красивые розочки мелкоцветы. Вот Афоня уже спит, заехали еще за пульками. Еще нам надо было масло долить. Уже сервис загорелся, нужно долить было. Долили. Вот, теперь на заправку. И уже 10:30. И выезжаем. Со станицы только в 10:30. Сейчас Сержиня заправится. Вот. Бензин у нас 92-й, 42,70 стоит. Тёма, мой муж заправился. И теперь у нас не два отделения. А все нормально. На сколько же нам километров сейчас это покажет? На 500 километров. А показывала два деления на 100. Она обманывала нас. Пипец как. Вроде бы было солнышко, но вот сейчас опять затягивают тучи. Осень. Лесополосы уже вообще все облетевшие. Уже лысенькие стоят, голенькие. Каждый судит миру своей. Голые и напуганные лесополосы. Ну, все, песня закончилась. Заехали в магазин. Вот этот придорожный в... Где он находится? В вообще кухаревке. Мы раньше марлями накрыли. Пили Милку с Орео. Мне кажется, вот Милка с Орео вообще самая вкусная. В смысле... И Баунти с Орео. Баунти Трио. Какой Трио? Вот одна осталась. Да, ну, положи. Вот сейчас мы едем по Камышеватке. Уже час 15 получается. И здесь новая дорога. Прям все отсыпано, нарезано, прям здорово. Гравийка теперь до бабушки. Можно расстегиваться, одеваться. Скоро будем вылазить. Почти приехали. Как мы рады новой дороге и газовые трубы. В общем, тут просто рай становится в Камышеватке, да? Если есть на свете рай, это Камышеватка. Да, Камышеватский край. Это Камышеватка. Вот он рай. Газовая труба, да, дорога. Вот мы приехали, ура! Тут уже башка Галя метет что-то. Молодец. Антоша сразу с кубка. Значит, ты, золотой труб. Кого, цветы ты? Бабушке ж надо идти. Покажи, что мы купили. На, вывеси, тут на бумагу. Это страхация. Ты будешь дарить? Да, сейчас. А, проверили. Афонька, ты так ждал. Как собаку-то зовут, Афонь? Рекс. Эту ты знаешь, да? Еще кто есть? Рекс. И у нас Рекс, да. А Бим. А еще и Бим, и Кнопа. А вот и Кнопа, да? Пашка, Галя тут наготовила всего. И котлеты, и щуки, и холодец. И салаты за 10 лет, да, научилась, Башка Галя. Да, вообще мы научились. Да. Башка Тая, вот наша именинница в новом костюме. Папа наш сейчас будет жарить шашлык. Здравствуйте. Так, сейчас будем жарить. Просто надо сейчас замкнуть влагу. Вот чтобы это. Он был сочный. Угу. Это что значит?
Ну, на огне. Ну, вот у меня 50-литровый. Белок сворачивается. Антошка уже с бутербродом. Как красиво. В башке Галисия цветут цветочки. Сегодня как раз хороший день. Погода вообще обалденная. И вот красивые. Афоня, спой дедушке песню. Какую мы слышали? Песня какая была? Женщина. Так это девка. Не надо там бить, не надо. Женщина такая. Афоня уже довольный, уже с соком. А кушать пойдем? Нет. А что тут тебе надавали? Шоколадку уже, да? Сейчас будем в лото играть. Рубль ставит. Сешуня раздает. Я не знаю. 30. А сколько ему лет, Сешунь, в лото? Не знаю. Подожди, мам, можно я 10 рублей по рублю разыграю? Ага. И бабушка будет с нами играть. Молоко 120. А нет. Нет, это просто. Мелочь. Так, ну бери себе, что ты сел? Так, кто ты выиграл? Папа выиграл. Давай, папа выиграл, и тетя Люба тоже выиграла. Ну, конечно. Эти все сгнили. Нет, кто лимбан. Хочет, давай. Кто не Сержиня, хочет, твой давай. Выигрыш. Нет, слушай, я не хочу. Нет, слушай. Так, сколько же у нас получится? По сколько же вы рублей выиграли? Учитывая, что мы... 3, 4, 5. Я сдаю. Где другие? Антоша, где другие? Блин. Мне пускай мои остаются. Что сдавать, спасибо. Давайте мне. Всего 4 рубля осталось. По 23 рубля вы выиграли, Сержень. Да. Так это рубль-карточка, да? Давай. Сколько кто карточки сдает? Сдавай. 1,25, при том 46, 77, 80. Все. Так это я еще без добавок, скажите спасибо. Давай. Я просил не один, я просил... Тебе карточки он выбрал. Все, пап, я просил не один. Я просил 11. Не, я эти карточки, наверное, оставлю. А можно мне один, Михаил? Так, Сережа, забирай. На тебе мои. На, тоже мои. Я ложу. Башка Тая положила? Я положил, Вер, ты положил? Нет, еще. Ложи. Ты положил? Раз. 2 рубля. Гриш, ты положил? У меня. Вот у Гриши. Вот, смотрите, за бабу Галю. Это не... Да, куда ты ложишь? И за себя. Все. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай мне карточки, Гриш. 4, 16, все. Гриш, и мне тоже положи, пожалуйста. Антошик, иди сюда. 3. Одно, дайте одну. Это будет мое. Маме. Это сдали. Зайчик, иди сюда. Мы с тобой. Говорит, у меня квартира, у меня на двух карточках 4 штуки сделала. Ну, оно пошло, опа. А я что-то говорю, вот не было. Я говорю, надо в казино, надо сейчас плевать все, ехать это. С вот этим выигрышем. Иди там по 3. Раз оно пошло. Зайчик, где ты там есть? Сереж, как давай раз 12 ночи, потом да, есть. Подожди. Опять выиграл, дедушка. Можно я у тебя раз меня? Нет, сколько? Не выиграл. 5 рублей. Можно. Раз, да. Давай. Мамин там банк. Это было с 20 рублей. Меня. Да. Столько я выиграла. Вон там, вон. Дайте я раздам. Все, короче, папа тоже с 10 даже у тебя было рублей, да? А я не знаю, сколько. 10 я первый раз. Потом же я тебе... Нет, ты больше. 10 рублей, по рублю просто. Сам выбирай. Вы шарики сложите. Так, ты это, кто-то уже ложил банк? Вот твои 5 рублей, да? Сейчас они шарики сложат, и мы банк, да? Шарики. Ты же Антошек. Ну вот, мои нам пусть тут карточки. Нам все равно, что выигрывать, да? Шарики, хоть не шарики. Теперь Гриша будет кричать. Ты хоть и не выиграл, но Гриша будет кричать. Я еще ни разу. Один раз была середина, это 2 рубля потом поставила. Гриш, нырни, 2 кубика упало. 2 бочонка. Вообще жадность, жаба задушила. Один нашел, второй не... 70.
Заметил, что ты так кручишь? 39. Ты там с мамой рядышком 15. Сидишь? 15. Квартира середина. 51. Теперь по одной. Да, что там мне еще шарики? Да на, бабушка, ты 18. Низ, все, мое. Я вас долго не мучил. Баба выиграл. Я даже считаю, и то не выиграла. Давай, давай это. Мы завтра нам кашу. Башки Гали было всего 8 рублей, она уже 3 раза положила. Или 4, да? Ты раз, завтра, где там обед и ужин должна. Че, поехали? Давай. Ура! Ты проиграла уже все на книге. Я карточки, кстати, не меняла, да? Я тоже много. Так, внимательно, я сейчас. Подожди, подожди, я сейчас поменяю карточки. Куда? Да, я сейчас пивом пожру. Как в туалет. А то что-то я и правда с вашими болтовней. Ну что, я нормально? Так что, давай? Так, поехали. 83, 16, 7, 23, 13. Что ты бежал? 49, 33, 69, 21, 37. Я опять выиграла 45 рублей. Ура! Ладно, я сейчас давай, сыны поразбивали. 4, 5, а Гриша 6, я уже 30-ку даю. 30-ку? Я, так ты 40 начал. Ты мне ему даешь, я обратно... Нет, в смысле, ну, третий, десятку. Он уже 20 проиграл. 6. Ой, Сережа. Так, Башка там положила. 7, 8, 9, 7, 10. Я тоже положил. Так, вот смотрите. Ага, да. Пожалуйста, ну хоть ты. Кнопа. О, так, кто так выиграл? Гриша выиграл. На. И Башка Галя. А ты сидишь бедная. Всего лишь 45 рублей. Не по 8 выиграть. А на 45 и сидит. Гриша выиграл. Он же такая несчастная. Он женщины могут из себя построить. А теперь папа выиграл. Сколько ты рублей выиграл? 16. Да? Так что еще мне 3 раза до тебя надо. Папа, в казино поедете, вы там не 16 рублей, а 16 тысяч выиграете. Точно. Ты положил? Положила, все. А за меня ты положил, да? Надо такие после где-нибудь один. А мы у тебя заберемся. Да, у меня даже уже бумажные 50 рублей. Гоняем. Они на помогали.